Здравствуйте, уважаемые зрители, меня зовут Иван, и это видео прохождение игры Hellfire, дополнение к игре Diablo 1. Прежде чем приступить непосредственно к прохождению, я бы хотел сделать такую небольшую ремарку и пояснить некоторые моменты, которые будут связаны непосредственно с этим прохождением. Ранее я уже проходил игру Diablo 1, проходил за воина, прошел полностью. Однако, в рамках того прохождения мне не удалось выполнить абсолютно все задания, все квесты. Как известно, в Diablo квесты выпадают случайным образом, и за одну игру получить абсолютно все квесты в принципе невозможно. А Hellfire, как известно, по сути является той же самой Diablo 1, но с некоторыми дополнениями, новыми квестами, уровнями, монстрами, вещами, ну и так далее. Поэтому я решил построить данное прохождение следующим образом. Первый эпизод я посвящу исключительно прохождению квестов оригинала, которые мне так и не попались, не выпали при прохождении Diablo 1. Таких квестов на самом деле немного, их всего 5 штук. Это квест на мясника, квест на отравленный источник, зал слепых, зар безумный и лагданан. Вот эти 5 квестов будут продемонстрированы в этом эпизоде, в первом эпизоде видеопрохождения игры Hellfire. Далее я, соответственно, приступлю к прохождению квестов непосредственно Hellfire, квест на Осквернителя, он же Defiler, после чего я соберу, разумеется, полностью всю карту, открою вход в склеп, отправлюсь к Накрулу, одолею Накрула, ну и в конце я уже отправлюсь к самому Повелителю Ужаса, Диаблу. Я решил в рамках данного прохождения не демонстрировать абсолютно весь процесс прохождения игры от самого первого уровня до самого последнего, поскольку не вижу в этом смысла. Тем более, если мне бы выпадали те же самые квесты, которые попадались в оригинале, то смотреть это по-новому, по второму разу, например, было бы неинтересно. Поэтому я решил построить прохождение таким вот образом. Ну и еще небольшим, можно сказать, бонусом будет то, что проходить я буду на максимальном уровне сложности, который здесь именуется Ad или Hell в оригинале. Ранее я уже проходил Hellfire на нормальном уровне сложности и на сложности Nightmare. Ну, разумеется, весь этот процесс я не записывал, а проходил исключительно для себя. За это время я неплохо так прокачал своего героя, играл я за лучницу, ну и соответственно в рамках данного прохождения я также буду играть за лучницу, поскольку за воина я уже проходил, а за мага, если честно, мне не очень хочется играть, я не очень хорошо умею с ним управляться, так что вот так вот. Надеюсь, данное прохождение будет для вас интересным, ну и мне остается пожелать вам приятного просмотра.
Please, listen to me. The Archbishop Lazarus. He led us down here to find the lost prince. The bastard led us into a trap. Now everyone is dead. Killed by a demon he called the Butcher. Avenge us! Find this butcher and slay him, so that our souls may finally rest. Your death will be avenged. Of the dead are now avenged. My friend, stay a while and listen. Well, what can I do for you? I'm glad I caught up to you in time. Our wells have become brackish and stagnant, and some of the townspeople have become ill drinking from them. Our reserves of fresh water are quickly running dry. I believe that there is a passage that leads to the springs that serve our town. Please find what has caused this calamity, or we all will surely perish.
What's that you say? The mere presence of the demons has caused the water to become tainted? Oh, truly a great evil lurks beneath our town. But your perseverance and courage gives us hope. Please, take this ring. Perhaps it will aid you in the destruction of such vile creatures. Hello, my friend. Stay a while and listen. What can I do for you? I can see what you see not. Vision milky, then eyes rot. When you turn, they will be gone, whispering their hidden song. Then you see what cannot be. Shadows move where light should be. Out of darkness, out of mind, cast down into the halls of the blind.
Well, what can I do for you? What? Why are you here? All these interruptions are enough to make one insane. Here, take this and leave me to my work. Trouble me no more. Your curiosity will be the death of you. I'm sorry. Did I break your concentration? My friend, stay a while and listen. Well, what can I do for you? Please, don't kill me. Just hear me out. I was once captain of King Leoric's knights, upholding the laws of this land with justice and honor. Then his dark curse fell upon us for the role we played in his tragic death. As my fellow knights succumbed to their twisted fate, I fled from the king's burial chamber, searching for some way to free myself from the curse. I failed. I have heard of a golden elixir that could lift the curse and allow my soul to rest. But I have been unable to find it. My strength now wanes, and with it, the last of my humanity as well. Please, aid me and find the elixir. I will repay your efforts. I swear upon my honor.
No room.
can't carry anymore.
I need to get this to Lakdanan. Save my soul from damnation, and for that, I am in your debt. If there is ever a way that I can repay you from beyond the grave, I will find it. But for now, take my helm. On the journey I'm about to take, I will have little use for it. May it protect you against the dark powers below. Go with the light, my friend. I can't carry anymore.
my friend. Stay a while and listen. Thank you.